Здравствуйте, дорогие друзья, это Таксиманы. Значит, сегодня я вам хочу похвастаться, что наконец-то я начал развивать свой таксопарк. Развил его до 40 участников, максимум здесь можно закинуть 50 людей. И видите, 40 людей сразу сюда и зашло. Ну и тут моих еще 5 тачек, этих Вест второго уровня. Короче, таксопарк может принимать пока что машины второго уровня, чтобы развить его до машин третьего уровня, нужно, чтобы он набрал 10 уровень. Пока что он третий уровень. И вот до 4 уровня осталось меньше 300 заказов. Видите, 800 нужно. В общем, эта тема очень увлекательная. Деньги на счету растут. Вот это вчера здесь было, по-моему, 30 рублей. Сегодня уже 218. Это машины первого и второго уровня. Тут есть и копейки, мои подписчики зашли, и разные другие люди на всяких поло. Так что вообще, ну, машины каловые пока что, второго уровня всего, но я помню, когда было у меня максимум 10 тачек, и 10 копеек было в моем таксопарке, и, не знаю, максимум там 10-20 рублей приносило за неделю. А сейчас вот результат налицо. Но будем его качать до 10 левела. И вот видите, все участники здешние видно. У меня очень выгодное, я так понимаю, предложение, 70%. Потому что для второуровневых тачек я видел там и по 50, то есть там нормально на них нагреваются. Ну, у меня 70, потому что я не жадный. Поэтому, наверное, все быстро и забилось. И я не стал качать таксопарк до 50 людей, потому что, ну, я прокачаю, сейчас потрачу деньги, и забьются люди на максимум, и будет, короче, потом всем обидно, почему меня выгнали. Когда я прокачаю там таксопарк до 4 уровня, я, конечно же, извините, но повыгоняю все тачки там ниже 3 уровня, то есть 2 и 1 уровень я повыкидываю, потому что, ну, мне же нужен бизнес развивающийся, который приносит мне доход, а такие люди просто будут, ну, как бы ни хрена не приносить мне в копилку. И еще я прокачал здесь, почему и таксопарк так пользуется успехом, потому что он дает 70% заработка и еще дает очень много плюшек. Допустим, сейчас я перейду в бизнес или где оно там, здание, вот здание. Построил я вчера автомойку 3 уровня. Короче, автомойка дает свои плюшки. Время заказа минус 4%. И автозаправку 4 уровня, которая дает минус 21% к топливу. Короче, топливо меньше тратится. Автомойку и автозаправку, естественно, я буду развивать до максимума. Здесь максимум это будет минус 15%, короче, к времени заказа. То есть супер. И здесь, по-моему, максимум 37%. То есть буду прокачивать на максимум, чтобы в будущем солидные тачки хотели только мой таксопарк и никуда от меня не эвакуировались к другим работодателям. Ну и здесь осталось 2 левела прокачать, по-моему, до 12-го. Оно максимум прокачивается, таксопарк, и будет максимум 50 мест. Так что супер! Ну, все это дело стоит, конечно, копеечку, но потом оно окупится, естественно, потому что, ну, это дело в долгую. Здесь это не такая игра, где вы закинули 1000 баксов и через 20 дней окупитесь, а потом дальше идете в плюс. Это игра на годы, потому что, как вы знаете, таксиманы существует с 2014 года, короче, уже 10 лет, и 10 лет она выплачивает. Ну и моя жена старается, видите, тут у меня дохренища новых тачек, 2 Майбаха, 3 Ауди, 1 БМВ, Хавалов, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Хавалов, 3 Оптимы, 4 Вест, 5 Вест и 1 говняная копейка Про. Наверное, короче, я ее со своего таксопарка выкину когда-то, когда прокачаю. Ну, в общем, такая вот фигня. То есть буду дальше развивать свой таксопарк. Еще в будущем у меня есть в планах купить этот, как его, автосервис. И для
таксопарка диспетчерскую, чтобы позволяет, да, представляет таксопаркам и горным компаниям бонусы, уменьшающие время выполнения и повышающие стоимость заказов. То есть вот это вот must have. Ну и естественно, еще может агентство лицензий, то есть когда лицензия у тачки заканчивается, то можно там будет зарабатывать бабло на тех, кто продлевает свою лицензию. В общем, тут, короче, бизнесов дохренище, иметь, не переиметь этих бизнесов. Благо, видите, у меня только один бизнес, еще могу 9 их сделать. Короче, наверное, так как игра на годы, буду постепенно все развивать, потому что, ну, проект прикольный, проект платит, и, блин, всем советую. Так что будем дальше развиваться. И когда появятся в моем таксопарке новые места, и я его прокачаю до там, 3-4 уровня, у меня в плане прокачать до 6 уровня, чтобы майбахи там одни были. В общем, я вам буду маяковать в моей группе. Ссылка на мою группу и на эту игру, естественно, будет под этим видео. Так что переходите, регистрируйтесь. И еще для тех, кто любит пообщаться в таксопарке, в чате, ну, здесь часто играет моя жена, точнее не часто, 90% времени. То есть вот ТГ-группа, для тех, кто не знает, кто впервые на этом канале. Да, в принципе, вам не нужно в чат заходить, просто переходите под этим видео, там будет ссылка на мою ТГ-группу. И лучше все вопросы задавать там, потому что, ну, она не смотрит это все, не общается ни с кем, ей не до этого, и поэтому некоторые там задают вопросы и ждут миллион часов, и потом говорят: о боже мой, почему ты мне не отвечаешь, а я там раз в неделю захожу и просто офигеваю от этого количества вопросов. В общем, так что лучше в группу переходите, задавать все об этой игре там, и я там сразу вам отвечу. Так что надеюсь, вам будет понятно. Ну и ссылки на это все, естественно, я уже повторяюсь, под этим видео. Также она установила вчера новый рекорд, 1600 рублей, видите, так что супер, все развивается, и это еще мы не снимали вершки с этого, с города, забыл еще сказать, тут же, когда вы свой бизнес делаете, улучшаете его, где оно, блин, я забыл, по-моему, в бизнесах, нет, в зданиях, по-моему. Вот видите, можно снять прибыль. 484 рубля, это накапало совершенно, по-моему, за 2 дня. Вот это вот, видите, можно снять прибыль еще. В прошлом месяце я снял, так как у меня бизнес был херовый, еще не развинут, то я снял 1500, по-моему. А сейчас вот только накапало за пару дней, может 3 дня, уже почти 500 рублей. Так что город приносит свои плоды. Ну и ладно, короче. Всем удачи, пока-пока, до новых встреч и поменьше скама, друзья.